Так, видеообзор на системный блок. Системный блок у нас Гинзу. Состояние хорошее. Все полностью рабочее. Боковую книжку, крышку сняли. Сам блок. Просто не подключен. Потому что стоит SSD-шка на 128. Так, по характеристикам у нас видим, что SSD-шка на 128. Также процессор. Ну, 12 оперативной памяти. По компонентам смотрим дисплей. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650 Ti на 2 гигабайта. Напоминающее устройство. Диск 128. Он же есть. Сейгейтовский не стоит, который на 320 не включит. Также запущен Formark. Formark уже 9 минут работает. В принципе, можем посмотреть по температуре. А у вас один из диафрагм, правильно?